Приветствую вас и очень хорошо понимаю ситуацию. Парень, который мы долго встречаетесь и который сейчас в армии, он кажется вам чем-то таким постоянным, чем-то таким привычным, вроде бы и нужным вам, но в то же время уже не таким ценным. Сейчас, когда он в армии, вы не вместе, и ваши отношения, ваши чувства, они постепенно идут на спад, становятся более призрачными. И вы уже вроде бы не уверены в том, что вы его любите. Вы пишете, что вот вроде бы люблю, вы не уверены. И вот здесь необходимо понимать, что если человек любит, то он в этом уверен. Он может однозначно и точно сказать, что я люблю. Если вы сомневаетесь, значит, это не любовь. Да, у вас когда-то была страсть, да, вам вместе было хорошо, у вас все было прекрасно, но когда мужчина ушел в армию, вы, по сути дела, вы вдвоем вступили в проверку. Проверку ваших чувств. И, к сожалению, проверку это проходит далеко не каждая пара. И дело здесь не в том, что вы плохая, дело здесь не в том, что мужчина плохой, или кто-то, или потому что кто-то из вас сделал не так. Дело здесь в том, что армия является хорошим испытанием для чувств вас, ваших чувств. И то, что вы сейчас чувствуете, то, что вы сейчас ощущаете, вы ощущаете сомнения. Это, по сути, борьба противоречия. Противоречия, потому что, с одной стороны, вам хочется новых чувств, вам хочется ярких ощущений, эмоций. С другой стороны, с мужчиной, который в армии, вы уже привыкли. И получается так, что у вас борется сейчас и привычка, и вот эта вот потребность в новых ощущениях, в новых эмоциях. И вы знаете, безусловно, нельзя давать вам конкретный совет здесь, потому что решение относительно того, как вы будете выстраивать свое поведение, принимать только вам, но одно можно сказать так. Одно можно сказать совершенно точно. Если вы сомневаетесь, любите ли вы или нет, если встал вопрос сам по себе, о том, что вот есть другой мужчина, с которым вы не против бы встречаться, это означает, что мужчину, который в армии, вы уже не любите. И вы сомневаетесь в том, стоит ли отдаваться новым отношениям лишь только потому, что ваши внутренние ограничения, которые вот вы сами себе поставили. Это может быть ограничение социального плана, да, то есть вас могут осуждать ваши друзья за то, что вот вы не дождались из армии, мужчины, да, начали с другим встречаться и так далее. А ваши личные моральные ценности, тут вы считаете, можете считать, что там это предательство, что так нельзя поступать, что это плохо, аморально и так далее. Но в действительности давайте представим себе такую ситуацию, что вот вы сейчас сомневаетесь в своих чувствах к нему. Хорошо. Вы дождетесь его, когда он вернется из армии. Вернется он другим человеком уже, изменившимся человеком. И что произойдет? Ваши сомнения, они никуда не денутся на самом-то деле. Они останутся, и вы будете их чувствовать. Вся разница лишь в том, что вы не будете давать человеку ложную надежду. И сами себя тоже мучить не будете. Потому что именно ваши потребности, ваши эмоции, они вам наглядно говорят о том, что отношения с тем, кто сейчас в армии, кого вы ждете, у вас практически исчерпаны. И с
что-то вам нужно, это перестать оглядываться на своих, в своем выборе на кого-то, кроме самой себя. Вот вы и сами, раз сомневаетесь, значит, как минимум, отношения с тем мужчиной, который вами, они вас уже не устраивают. Они вам уже не нравятся, вы в них сомневаетесь, вы не чувствуете того, что чувствовали раньше. И это нормально. Для того, что раньше была страсть, страсть проходит. А после страсти остается либо уважение, взаимопонимание и привязанность, либо этого не остается вообще. И у вас не осталось. И это нормально. Просто дайте себе возможность ощущать то, что вы ощущаете. Не старайтесь направить ваши чувства в какое-то правильное по оценке разума русло. Чувства не изменить. Как бы вы ни хотели, нельзя заставить себя чувствовать. И, может быть, этот парень, с которым вы сейчас, вот, который вам нравится, и которому нравитесь вы, может быть, он для вас просто средство, просто оправдание для того, чтобы сказать другому мужчине, который сейчас в армии, то прости, я с тобой больше не хочу встречаться, мне и другой. Но в действительности вы с этим другим немножечко повстречаетесь и бросите его, потому что он вам точно не интересен. Поэтому встречаться ли вам с новым мужчиной или нет, решать только самостоятельно нужно, но однозначно можно сказать так, что отношения с тем, кто сейчас в армии, у вас идут на нет. И это реально. Вот к этому нужно быть готовы. Это нужно принять. Только пытайтесь быть честной по отношению к себе, по отношению к мужчине. И если вы действительно решите остаться с ним, то скажите ему, что так-так, дорогой, прости, ну я поняла, что я тебя больше не люблю. Я начинаю смотреть на других мужчин, это означает, что моих чувств тебе больше нет. Осталась только привычка и не более того. Будьте честны, хотя бы из уважения к тому, что между вами было раньше, и уверен, он будет благодарен. И когда вернется, вы сможете при хорошем раскладе даже продолжить отношения как друзья. Это прекрасно. И то, о чем вы пишете, что вы его прекрасно знаете, вы хорошо его знаете, это очень важно и здорово, но для дружеских отношений. Любви все-таки нужно немножечко больше. Так что решение принимать вам, старайтесь насильно заставлять себя чувствовать, ибо это невозможно, сделать вас только несчастным. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.